Всем привет! Сегодня мы говорим еще о пяти уроках Худжайн или кулака тигра так называемого и кратко сейчас о том, что содержится в этих пяти уроках, о которых мы сегодня говорим. Использование нижней части кулака одновременно с защитами и в дорожках. Еще раз напомню, что дорожки это схема, которая позволяет вам использовать подряд несколько техник. Напоминаю, технические элементы это, например, атака ногой там вперед или там назад, защита предплечьем там средней части вашего корпуса. Это шаг там, задний шаг, например, там в сторону влево, скажем. Это технические элементы. А вот когда они сочетаются между собой, одновременно выполняется и атака, и защита, и вход, и маневр какой-то, и что угодно еще, захват может быть какой-то, да? Это называется техникой уже. А вот техники, выполненные подряд, в линейном движении, вперед или назад, или влево, или вправо, вот это называется дорожками. Вот в том числе в этих уроках мы говорим о таких дорожках. Окей, дальше, что еще содержится в этих уроках? Атака нижней части кулака, продолжение, работа в дорожках, использование освоенных элементов в техниках, работа на столбе. Это, ребят, важная тоже тема, потому что умение работать на каком-то оборудовании, это тоже такой отдельный скилл. Вы должны уметь работать с партнером, вы должны, естественно, иметь спарринговую практику. Но прежде чем вы будете как-то хотя бы сражаться, нужно это все как-то отрабатывать. Отрабатывать не только в воздухе, и не только в дорожках, и не только в бою с тенью, но и в том числе на специальном оборудовании, желательно на каком-то столбе или каком-то эмуляторе, с эмуляторами же рук или ног, или того и другого. Для того, чтобы лучше себе представлять и свою защиту выстроить, и свою атаку выстроить, и какую-то боевую ситуацию так или иначе симулировать как-то, да, для того, чтобы потом это все использовать уже в боевой практике. Так что это важная часть уроков, о которых мы сегодня говорим. Кроме того, мы будем говорить и показывать, собственно, и осваивать то, что называется активной обороной с повреждением конечности противника. Будет одновременное использование лапы тигра и нижней части кулака, координация действий руками, работа на столбе для координации движений, передний удар ногой, использование внутренней части кулака, использование внутренней части кулака вместе с лапой тигра, внутренняя часть кулака как метод защиты и атаки и так далее. Подробнее об этом, обо всем вы можете узнать из описания к этому видео, а там также есть информация о том, как можно скачать, как можно приобрести эти уроки. А я вам желаю хороших тренировок.